Всем привет, вы на канале Top Drive Games, меня зовут Максим, и сегодня мы играем в Forza Horizon 5. Да, давненько не было у нас Forza, и давайте же пройдем этот сезон. Правда, сегодня я его буду проходить в соло, обычно мы проходим сезоны с друзьями, но да, надо забрать прадик. Итак, у меня уже есть 7 очков откуда-то. Турне Horizon, хотя я вроде не катался. Ну, окей, ладно. Соперники даже у меня тут выполнены. Окей. Так, ну что ж, давайте начнем с гоночек. Сезонный чемпионат на земле и под землей. Ага, вот же он. Горячие хэтчбеки. B700. Поехали. Вот мы и на месте, но перед началом гонки я хочу посмотреть, так, что у нас в Мустанге автоталанты, ну, в принципе, тут больше мне не надо вкачивать. Так, мой Horizon, 9 сообщений, ого, новости. Так, понятно, какие-то тут опять новости нам присылает Forza, выплаты, награда за конфигурацию тюнинга. Нифига себе. 24 раза загружено. Это BMW E34 конфигурация. Неплохо. Так, и подарки. Вы получили 100 очков Forza Tron. Неплохо. Бесплатные призовые игры. Так, и мои подарки доставлены. Так, давайте забираем супер призовые игры. Что же нам выпадет? Аполло, вау, Субару и джинсы. А по-моему, у меня все это есть, кстати. Так, давайте Субу подарим кому-нибудь, новым игрокам. Вращаем велспин. 200 тысяч, 100 тысяч и опять какие-то джинсы. Ну, неплохо, я вам скажу. И обычно призовые две игры у нас есть. Nissan Fair Lady. Вау, у меня он тоже, кстати, есть. Давайте подарим его. Игроки, вернувшиеся в игру. Так, и последняя. Последняя рулеточка. Так. Блин, могли бы выиграть 300 тысяч, ну ладно, 175 тысяч тоже неплохо. Так, ухо, у меня тут соперников сколько? 8 штук аж. Все меня тут сделали. Окей. Так, ну что, погнали. Кольцевой кросс. Одиночная игра. Так, я даже не знаю, какую тачку-то нам для кросса лучше взять. Сцирока. Что-то у меня выбор-то не особо большой. Можно Audi, как раз полный привод. Можно Фиесту попробовать. А погнали на Фиесте, на такой же тачке, которая там... На картинке. Точнее, странно, на одной картинке Сцирока, а на этой картинке Фиеста у нас. Ну ладно. Сейчас нас всех все натянут. Так, давайте проверим сложность. Нельзя изменить уровень сложности драйватаров, они опытные у нас. Я просто обычно на непобедимом играю. Но опытный, так опытный. У нас тут дождь идет. Опа-на, можно сфоткать тут машинки. Ох, сколько, сразу 4 штуки. Да, надеюсь, на скилле проеду. Так как по рейтингу у нас тачка-то вообще так себе.
Ой, Дима, извини. Давай, давай, давай. Так-то неплохо едет. Нам нужна первая позиция. Но тут, в принципе, три круга. Должны успеть. Не, Фиеста нормально едет. Догоняем. Там, кстати, тоже первая Фиеста едет. А ну-ка, расступитесь. Что-то Фиеста уезжает от меня. Первый круг мы уже проехали. В принципе, вторая позиция уже неплохо. Ну, сейчас мы его обгоним. Не надо передо мной тормозить. Все отлично. Кстати, а как у нее салончик? Салончик неплох. Ну, первое место за нами. В принципе, я думаю, в этой гонке мы победим. Интересно, что будет дальше. Погодка такая у нас, конечно, тут такая себе. Дождик, грязь. Местами приятный туман такой. Или это просто освещение из-за дождя такой? Не, не, туманчик такой небольшой есть. Ой, зацепил. Я думаю, в реальной жизни СТ-шка очень прикольно едет. Я ее вообще, кстати, ни разу не видел. Только обычные Фиесты. И она симпатичная машина. Хорошо вошли в поворот. Но за счет механики со сцеплением мы прям хорошо разгоняемся. Да, после лужи надо на третью переключаться. Лучший круг, минута 38 910. Давай, давай. Тормозим. У нас за чистую езду прям столько очков начисляется. Ну и все, финишная прямая. 130. Давай 140. 150, ну же. Финиш. Миссион комплит. 5 минут 2 секунды. А Дима Ван Пойт там на 10 месте приехал.
Так, теперь у нас тут вторая гонка. А где она? Ага, вижу. Мы, кстати, тут в одиночной игре можем выбирать, какую гонку мы поедем. Ну, давайте на эту. За заезд мы получили 35 тысяч кредитов. Интересно, в онлайне больше получаешь или нет? Поедем опять же на Фиесте. Да, только сейчас я заметил, что я в одиночке, кстати, еще сезон, по-моему, не проходил. И получается то, что в онлайне у нас одна тачка на 3 заезда. А здесь мы можем каждый заезд выбирать машину. Так, здесь у нас какой сложность? Опытный. Жалко, нельзя поменять уровень сложности. Так, опять можем сфоткать тачки. А, ну только Civic тут новый. Отлично, ладно. Какая цветная Audi. О, у нас тут такой резкий поворот получается. Но боты явно хуже в поворот заходят. Что-то они все в ряд прям едут, и никто друг друга даже не обгоняет. У нас Фокус там на первом месте, на втором, по-моему, Фиеста. Также три круга, кстати. Что-то по скорости я... не могу их догнать. Так, это уже не смешно, я не могу их догнать. Двери, ножки. Блин, меня таранят. Боты. Ну давай, Форд, ты чё? Пятое место, блин. Напоминаю, что у нас полностью стоковая тачка. Большинство людей, они прокачивают тачку на максимум. То есть у нас получается B-рейтинг, они прокачивают B700 и едут на ней. Причем я думаю, что у них даже хуже это получается, чем на стоковой тачке. Зачастую, потому что тюнингованную тачку нужно настраивать. Так, ну в луже мы их обогнали. В этой гонке даже у нас тут минута 51 круг получается. Довольно длинная трасса. Но вот вы представляете, даже в жизни на Фиесте 140 по такой дороге ехать, это ж... Минус подвеска, это однозначно. Так, ну, Фокус явно быстрее получается. Он у меня прям на хвосте тут висит.
минута 46. Тем временем у нас уже последний круг. Ну, не прогадал я, конечно, с Фиестой. Машина хорошая. Управляется нормально. По динамике, конечно, не так, как все остальные машины тут представленные в этом заезде. Но за счет поворотов мы их всех обогнали. Они в той луже, кстати, больше замедляются. Ну давай, Фиеста, немножко осталось. Медленно прошел поворот. Yes. Ну, по-моему, третью гонку же нам не обязательно проходить. Должно уже засчитать. Или нет, или все-таки надо проходить. Блин, все-таки надо. Вот вам и преимущество онлайновых заездов. А где она? Странно. А, вот же. Так, погнали. Глушь Horizon. Опять выбираем наш Scirocco. Ой, тьфу ты, Фиеста. Scirocco нам дадут за победу в чемпионате. Погнали. Да что, опять машины можно сфоткать? Сколько можно фоткать уже? Давайте сразу захватим их побольше, мало ли. Так, фото. А, у нас тут только Volkswagen можно было сфоткать. GS, Audi. Походу только одна Audi тут такая с раскраской. Аккуратно. А, у нас это спринг, кстати, только сейчас заметил. Хорошо очень зашли в поворот, но нам нужно успеть их обогнать, а уже 20%. Почти, да, 20%. На пятую позицию вырываемся. Как бы обойти их. Давай топим на максимум.
Ну, Фиеста, ну что ты не догоняешь ты их? Понижаемся до третьей. Да, мы бы, конечно, давно гидроудар уже словили. Просто адские условия для обычной Фиесты. Даже на второй надо ехать. Так, поворот под 90 градусов. В воздушном мешке, ну же. Yes, 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 мы обгоняем. Еще один на 90. Шестьдесят процентов. Ну уже, давай быстрее. Определенно после чемпионата нужно в детейлинг студию заезжать. О, мы ролисты. Прикольно, кстати, трасса. Ого, какой поворот у нас. Почти на 180 градусов. Ну, тут, я так понимаю, у нас чисто асфальт уже будет. Вот асфальт прям для нас. Ну, финиш уже близко. И мы финишируем на первом месте. 3 минуты 40 секунд. Да, мы сделали это. Победитель. Сырока нам дают, но он у нас уже есть. Да, вообще большинство машин у меня уже есть. Давайте же посмотрим, что у нас дальше. О, кстати, таланты. Да, мы можем прокачаться. Давайте же заберем Forza Tron. Так, и Wheel Spin нам нужен один. Смотрим, что же нам выпадет. Сильвия. Она у нас есть. Давайте подарим активным участникам сообщества. Так, игры фестиваля. 13 очков. О, сезонный чемпионат. Так. Ариэль Атом, награда. Давай. Ого, экстремальные гоночные игрушки. S2 рейтинг. Вы чё? Вы чё, серьезно? Не, ну я, конечно, не любитель. Да что такое-то? Не любитель таких автомобилей. Слишком быстрых. Но что поделать? Придется проходить. Так, одиночная игра. У нас еще тут в дождь будут гонки. Да, и все три заезда надо ехать. Что же взять такое, чтобы прям стабильно ехать? Ламбу можно взять, а можно, кстати, Феррари взять.
вот эту. Она, в принципе, стабильно едет. Ну, давайте на ламбе. На стоковой. Я, кстати, на стоковой ламбе CST элемента еще не ездил. У нас тут как раз полный привод. Она должна у нас хорошо справиться с погодными условиями такими. Погоня Картера. Ну давай, ламбу, покажи, на что ты способна. Опа-на, опа-на. Нам машинки надо сфоткать. А, давай, давай, давай. И сколько же тут тачек надо фоткать? 3 машины. Итого у нас уже 200 машин О, даже больше. 5 машин. 5 машин у нас сфотографировано. Так, а чё... А чё меня так все сделали? Так, тормоза у нас определенно лучше, чем у остальных. И я так думаю, повороты тоже. Но на прямой нам очень плохо. Воу-воу, аккуратно! Жесть, там первый улетел. Ну давай, давай, блин, мы же должны догнать его. Блин, максималка у нас плохая. Жесть, он улетел. Кстати, было же написано, что гроза тут. Где гроза? О, нет, только не напрямик. Жесть, он улетел. Я боюсь его не догнать. Он даже в трафик не врезается. Как так? Меня делают. Как стоячего. О, блин, но я не успеваю. Нет, нет, нет. Да что такое? А, ладно, в следующей гонке, я думаю, смогу его сделать. Второе место. Нам же главное победить в чемпионате. Феррари F40 у него. Ну, в принципе, я изначально же хотел Феррари взять. Стоковая, конечно, CST элемента по динамике проигрывает им. Так, о, признание, кстати, мы можем забрать. О, Porsche нам дают за 200 фотографий. Неплохо, неплохо. Так, и давайте сразу по автоталантам тут. Devil Spin'а можем прокачать. McLaren, отличный приз. И еще что... Бентли, вау, он вообще везет на тачке. Вот такой Бентли, я думаю, очень дорого стоит. Забираем машины. Так, что у нас там по карте, по карте. Так, нам нужно фильтр поставить на новые, да. В смысле, а чуть-чуть сезонных чемпионатов нет? Сезонные заезды, вот.
Так, у нас сейчас спринт будет. Я так думаю, надо все-таки поменять машину. Они реально уезжают. А, что же мы возьмем? Давайте, я так думаю, что F50 GT. Просто я не вывожу по динамике. А F50 очень круто едет. Начать заезд. Ой, как я не люблю город. Так, мы опять же можем сфоткать машины. Я так понимаю, Феррари, да? А, Рейдикал еще тут. Мерс. Три машины, плюсом. Да, ну зацеп у нас, конечно, не к чёт. Да, они сейчас будут в трафик врезаться в городе-то. В принципе, я думаю, тут я бы и на Ламбе выиграл. Какие же классные тормоза. Да, ну, в плане стоков Феррари в разы лучше. По всем аспектам. Очень классно управляется. И по динамике она шикарная. Вообще кайф. Ух, как хорошо вошли в поворот. Так, а кто мне номерной знак с машины убрал? Когда я его успел потерять? Какой красивый туман. А вот и финиш. 340. Ну мы вообще прям их сделали. Зачетная Феррари. Так, у нас сейчас одинаковое количество очков. Сейчас будет решающая гонка. Решающая гонка тут будет у нас. Я думал, прям по прямой будет, но нет. Главное, главное не на тюнгованной ехать, потому что тюнгованная это вообще дичь такой. Надеюсь, тут никого фоткать не надо. Сразу же на вторую. Третья.
Да, хотел получше войти, но получилось как всегда. А, пропустите. Так, мы, блин, шестые. Это не дела вообще. Так, первая ламба. Бугатти Дива. Поздно затормозил. Ой, сейчас мы сделаем эту ламбу. Да, на этой Феррари прям можно газ в пол, в повороты входить. Как мы его хорошо так обошли-то. И вообще в точку уехали. Да, Феррари F50. Плюс механика со сцепы, это прям жестко. Какой у нас финиш получился красивый. В заносе, да еще и в прыжке. Чего так все замедлились? Ну все, Рейдикал наш. А, Атом, по-моему, да? Да, Атом наш. Спасибо, спасибо, ребята. Так, Ариэль добавлен в наш гараж. Что у нас тут? Подарки. А, подарок доставлен уже. Идеально. Так, а у нас... Ой, у нас еще и Феррари нифига не прокачано. Но нам уже тут поинтов не хватит. Жаль. Жаль. Так, призовая игра. Dodge Ram. Но у нас он есть, да, так что в подарок его. Всем игрокам удачных гонок. Игры фестиваля. Две игры мы прошли, и у нас уже 18 очков. Мы почти что... Уже почти что получили Donkey World. Ну, так, так, так. Триал Баха, Калифорния. Ага. Так, ну у нас теперь сезонный чемпионат. Добро пожаловать в джунгли. У нас тут получается только на джипе Trail Cat. Ну, джип так джип. Абсолютно стоковый джип Trail Cat. Начинаем. Ой, фига себе, какой ливень. А у нас крыши еще нету, жесть. Да мы сейчас... А чё, разве у меня джип не сфоткан? Вы чё, прикалываетесь?
Сейчас мы тут насквозь промокнем. 149 уровень. А я чуть не посмотрел, у них тачки стоковые или нет. Жесть, мы разогнались. Толкучка тут такая. Я нифига не вижу. Ну и погода. Да, я еще жаловался на погоду, когда мы на Фиесте ехали. Вот где жопа-то. Так, уже половина гонки, а мы еще только шестые. Что-то вообще не дела. Давай, давай, мы, блин, хотя бы вторыми должны приехать. Что-то не уехали, я там плелся. Что-то мне кажется, я их не успею. А, нет, нет, догоняю. Ну уже, давай, давай, давай. Блин, третьим приеду. Ну ладно, третье тоже место. Надеюсь, в остальных гонках отобью позицию. Да я в начале гонки что-то там, блин, протащился. Так, признание забираем. Продемонстрируйте идеальную технику, воздух в автокроссе, управляя Jeep Trailcat. Так, карта у нас где заезды-то еще? Ага, вижу. У нас тут круги. В этой гонке кровь из носа. Первое место должно быть наше. И в другой тоже. Добро пожаловать в джунгли. Опять у нас такая же погода. А как? Я, блин, на механике со сцеплением. Как вы меня догоняете? У вас такая же машина в точности стоковая. Да, трасса, конечно, в эту погоду такое себе. Все, главное, короче, ни в кого не врезаться и прям гнать на все бабки. Давай, давай, давай. Так, сейчас будет поворот жесткий. И еще один. А чё как темно-то? Где фары вообще?
Блин, вы давайте, ребята, этот... Может, врежетесь и последними приедете? Улетите куда-нибудь там. Давай-давай. Впервые вроде бы я в такую погоду на этой трассе еду. Вообще как будто другая трасса. Но я еще, блин, перетормаживаю, точнее, блокирую колеса. Я ни хрена тут не вижу. Я ж без АБС играю. Последний круг. Блин, если этот блюд-динозавр будет у нас каждый раз на втором месте, то мы не выиграем чемпионат. Обгоните его кто-нибудь. Есть, финиш за нами, но, блин, он на втором месте. Это плохо. Я по очкам на втором месте сейчас буду. Да, на 2 очка он лидирует. Да, и решающая гонка сейчас будет. Я думаю, что должны мы вырваться в лидеры. Это у нас тут спринт. Несправедливо, что мы с самого последнего места стартуем. Фух. Хотя бы разницу по очкам в одно очко должно быть. Какая страшная фраза. Вот как ты меня догоняешь? Я еду на мехе со сцепой, ну просто быстрее этого невозможно ехать. Ой, спринт-то такой еще самый ушлепанский. Не очень люблю эту трассу. Ой, да. Не, ну все, тут как бы можно заново начинать заезд. Я жестко закосячил сейчас поворот, а перемотку не хочу юзать. Да, еще я бы мог, конечно, их быстрее обойти там.
Так прикольно, колонны едут. А вот опять, блин. Так, вот эту связку надо поаккуратнее пройти как-то. Типа вот так вот. Пятое место. Блин, трасса короткая. Сложно догнать. Из этого... Ой-ой-ой-ой. Из этой бури я не слышу звука мотора. Блин, сраное ограждение. Да все, я, блин, проиграл. Чё, как быстро едут они? Да ну нереально, блин, ну чё за бред? Как они ускоряют? Это что за дичь такая? Как они так... Я не понимаю. Как вот вы меня со старта обгоняете? Чё это за бред-то такой? Е-бой! Вот это прям я отлично прошел сейчас и... Блин, ну закосячил прям жестко. Тут перемотка только, блин. Потому что я... Да ё-моё, ну что такое-то, блин, джип сраный. Ты будешь тормозить. Как он от меня уезжает, я не понимаю. Это дичь какая-то. Да еще и, да, контрольную точку проехали. Идеально просто гонка складывается у нас. Да едь ты уже, блин. Ну, я и так уже сейчас... У меня палец наружу геймпада с другой стороны вылезет. Вообще скорость не теряет он. Да давай, ну, пожалуйста. Ез, блин. Фу. Это было жестко, если честно. Наконец-то. Ну, мы должны быть первые в чемпионате. Да. На 2 балла мы его обошли. Вот это, блин, сложновато было сейчас. Рев, тигр, гудок получили мы.
Так, игры фестиваля. Что у нас еще тут есть? Так, давайте выберем. Давайте Триал, конечно, попробуем. Но я очень переживаю за Триал. В Триал мы можем попасть с очень неопытными людьми. Оп. С Сырока 81 года. Шесть, пять, четыре. Блин, пожалуйста, хоть бы нормально лобби было. Баха, Калифорния. Не, ну ладно, Мерседес. Он, в принципе, нормально едет. Я думаю, сейчас все на Мерседесах этих будут. Огромное преимущество этого Мерседеса, что от него драйватары только так отлетают. Они вообще его боятся. Только бы трассы нормальные были. Подготовка заезда. Ну, я надеялся на большее, конечно. Всего лишь два. Ребята, что у вас за машина? Ну, вся надежда на нас получается. А, тут все прокачанные. Но трасса неплохая. Но есть тут пару поворотов, на которых будет трудновато. Хотя этот грузовик классно управляется для грузовика-то. Мы еще сейчас, наверное, со старта их натянем. Ну-ка. Да. Я ж говорил, он прям вообще... Топ. Мне трафик мешает. Как он хорошо в повороты входит. Просто прекрасно. Единственное, что передачи, мне кажется, короткие немножечко. Жесть, мы посмотрите, как мы едем. Ой, главное нашего не задеть. Этот грузовик читерский просто. Его даже не заносит. Ну, почти. На вепре обогнать.
Давай, я близко уже. Ну ладно, вепря все-таки мы не можем догнать, но наша команда лидирует. Боком. Но осталось, чтобы гонку победить, и все отлично. 2900 очков. Что-то какой-то вепрь жесткий был прям. Но если бы я не косячил немного в поворотах, то я бы, может, его и догнал. Так, какая следующая трасса у нас сейчас? Ривера Рокоса. О, какая отличная трасса. Но мы тут по-любому должны выиграть. Сейчас опять со старта уходим мы. Как хорошо, мы вообще вошли в поворот. Что за Дрифт Кинг такой? Вау! А, еще главное нам контрольную точку не проехать. Так, на трамплин я не поеду, на всякий случай. Блин, из-за этих надписей, где нам очки считают, нифига дорогу не видно бывает. Какая идеальная дорога. Наша вся команда первыми едет. Просто уничтожаем ботов. О, полет веры. А, мне хана. Нет, не хана. Жесть там сзади, что творится. Е, первое место даже. Ну, это, наверное, самый легкий триал из всех. Три тысячи 650 очков. Есть, мы победили. Супер призовая игра. Давайте же заберем супер призовую игру-то. Так, кстати, что по автоталантам? О, можем опыт прокачать. Форза тон очки. А, уже не хватает, все понятно. Так, что у нас тут? Обычная призовая игра. Так, что нам выпадет? И на барабане джинсы. Блин, ненавижу.
И давайте, ну пожалуйста, тут-то хоть что-нибудь годное выпадет. 100 тысяч, 45 тысяч, ну неплохо, 245 тысяч. Но могло бы быть и лучше. И забираем первую тачку. И да, прадика остается совсем немного. Кстати, что у нас в магазине? О, кстати, Форд. Мне он как раз нужен. Не зря зашел в магазин. Так, давайте сыграем Horizon Arcade. А где они все? А, фильтры надо включить. Так, что у нас по Horizon Arcade? Хаос вижу, а еще... Все, что ли? Походу, да. Ладно, погнали на хаос. Я не помню, что там в хаос... Ой, 10 минут ждать. 10 минут, конечно... Не хочу ждать. Да, 10 минут ждать не будем. Погнали дальше. Дальше по гонкам. Что у нас тут? Полицейский радар Болотный край. Что нам тут надо сделать? Личный рекорд 279. А, 238 км в час нужно проехать на Феррари F40. Ну, давайте берем Феррари F40. А мы на стоковый вообще, мне интересно, сможем? Где там у меня Феррари F40? Вроде бы была. А чё, у меня F40-ой Феррари нету? Жесть. Ладно, купим. Феррари, пожалуйста, дайте мне Феррари F40. Купить 1 200 000. Так, берем Феррари. Офигеть, лям 200, ведь, а? Где же ты, где? А, вот она. Так, откуда нам лучше ехать, мне интересно. Давайте в... Так, ну отсюда я думаю, что не успею разогнаться. Ну да. Что-то отсюда прям очень жестко. Надо с той стороны, походу, ехать. Но мы близко. Мы были близко. Но все... Нет, все-таки я думаю лучше с той стороны. Там просто побольше разгону взять надо. Давай, давай, давай. Нет, мне не хватает. Вот с этой стороны прям идеально. Сейчас подальше мы уедем. Вот отсюда. Да. Но я думаю... Не особо исправила ситуацию.
Нет. 14 км в час мне не хватает. Так, надо пробовать аккуратно с этой стороны. Погнали. Пожалуйста, успей разогнаться. Есть. Пройдено. На стоковой тачке. Призовая игра. Давайте вращаем. 30 тысяч кредитов. Забираем признание. Эмоция, двигай телом. Так, погнали. Игры фестиваля. Что у нас там дальше? Что у нас по играм фестиваля? Так. Королевская битва, кстати, можем. Ну, давайте сгоняем в вышибалу. В смысле? Я же нажал вышибала. Ну, окей, ладно. Где там? О, появился дрифт. Вот на дрифт я сгоняю. 4 минуты нам нужно подождать. Давайте пока возьмем машинку подходящую. Это у нас будет Формула дрифт. Где же ты? Так, а какой именно, конечно, вот я не знаю. Корветец попробую. Horizon Arcade will begin soon. Good luck. Надеюсь, он нормально дрифтит. Ну, вроде неплохо. Неплохо. Офигеть, у него 6-7 передач. Зачет. You have arrived early, but the next Horizon Arcade event. Итак, мы начинаем дрифт. Че, я один что ли тут буду дрифтовать? Погнали! Так, здесь нам нужно чисто дрифтить. Пункт назначения. Так, а на какой нам передаче-то лучше ехать? На четвертой что ли? Два и один километр. Хотя нет, на пятый лучше, наверное. На пятый вообще хорошо идет. А, первый раунд уже завершен. Так, куда ехать? А, давайте телепортируемся, чтобы побыстрее нам завершить. Значит, тут у нас техники. Давайте продемонстрируем техники. Ну, тупо подрифтить надо. Нормально. Кстати, вообще отличная тачка. Очень нравится. Я его полюбил еще за того, что тут много передач. И можно прям дрифтить на большой скорости очень. Так, куда ехать?
Дрифт зона, где у нас? Ага, все, вижу, погнали. Ой, блин, дрифт зона на этом. По песку. Не особо люблю такие дрифт зоны. Тачка-то не для этой дрифт зоны вообще. Просто взрываемся. Пятое. Сколько у нас получается с точку? А, ну все. Ну это было изи. Это прям очень изи было. Так, оп, автоталанты, опыт прокачиваем. Так, призовая игра забираем. Porsche, отлично, отлично. Смотрим, что нам еще остается. Так, нам еще 7 очков нужно. Вот Bentley, что тут у нас, 5 очков якобы, да? Получите и опробуйте Bentley. А как его опробовать? Глава первая, получите... А, это 5 очков нам дают за всю главу. Так, не наш пока вариант. Вот я бы вышибалу сгонял. Погнали в вышибалу. А, уже поиск у нас идет. Так, вот-вот начнется, приготовьтесь, я уже готов. Да, нам главное 30, повыше, чем 30 место, занять позицию, и все отлично, как бы. Можно не стараться особо. Так, где бы появиться, где бы появиться? О, я не знаю, ребята, давайте вот здесь. Обычно здесь есть машины. Давай, жук. Так, пока не видно машин. Это очень плохо. Это очень плохо. Если мы сейчас не найдем быстро тачку... О-о-о, это уже хорошо. Получаем гольф. Так, а куда? Так, мы в зоне. Первый претендент. Арена! Давай, мы его должны догнать. Все, let's go. Ой, как я... Блин, я лошара.
Это надо было так лохануться. Супер мега лох. Да, мне можно медаль лошара года. Ну, сейчас должны догнать его. Так, это у нас дорога на гору. Он нас решил затаранить еще. Но здесь мы сократим. Неплохо, кстати, сократили. Давай, давай, давай. А, он вообще не парится, да, он по дороге едет. Заедем, не заедем? Заехали. Нет, кстати, у него были шансы нас сделать, если бы он прям жестко сокращал. Ну здесь чисто по дороге нам. О, кстати, тут машина. Давай. А, ну здесь мы можем закрутить. Неплохо, кстати, закрутили. А вот и финиш. Ожидание результата. Ну, естественно, естественно, блин. Фокус берем. Так, что у нас тут? Мы в зоне. Но я бы поменял машинку. В принципе, мы уже выиграли. Мы уже 29-е, а нужно было 30-м быть. Ух, там сколько машин-то. Ненавижу эти камни тут. Блин. А как восстановить машину? Да, никак не восстановить машину, блин. Я тут застрял. Наконец-то сбросить можно. Так, ну едем вниз.
Да опять эти камни, ё-моё. Чё, опять я застрял? Поехали по дороге, ну нафиг, блин. Столько времени терять. Офигеть, там кто-то уже на макане. 10 уровня. А мы всего лишь третий. Спускаемся. О, машина, машина, машина. Пожалуйста, какая-нибудь нормальная. Блин, опять третий левел. Ой, нам надо прям срочно уезжать. Может, по пути что встретим? Двадцать человек остается уже. Да, Фокус не особо быстрая тачка. Машина. Ай, блин, ее забрали. О, вижу. Летим. Сейчас окажется говно какое-нибудь. Ай, там кто-то уже есть. О, Ауди. Получаем Ауди. Так, ну нужно закуситься вон с тем. Чел на жуки ездит до сих пор. Все, гоним. Фокус против нас 5 уровня. По-моему, Фокус был там. Давай, Ауди. Е, мы 5 левел натянули. Оп, и машинка тут. Давайте леванты возьмем. Но он нас догонял, кстати. Погнали, 1,4 километра. О, аккуратно, камни. Пятьсот метров. Ох, как я жука подставил сейчас, наверное. Есть! Гонка за нами. Порше 6 уровня. О, RS7.
Так, чё, кто тут еще есть у нас? Так. Вижу машину. А, и челика вижу. И на чем он? Жесть, а че он до сих пор на этом ездит? Ну все, он нас выиграл. Если бы не камни, блин, у нас бы еще был шанс. Все, нас выиграли. Шестое место. Ну, неплохо. 30 тысяч опыта. Гладиатор Рубикон. Так, что нам еще? Коллекция машин. Порше мы получили. Так, по автоталантам. Ладно. А, так, давайте игры фестиваля. Сколько нам? 5 очков еще нужно добить. Так, а вот фотоиспытание я бы хотел выполнить. А, это нам нужно Форт Пума взять. Где он у нас получается? Форт Пума. Так, 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 где же, где же, где же ты? Вот, Форт Пума. И в Ла-Сельву нам нужно. А где она находится, я что-то уж не помню. Где-то под мостом, по-моему, да? А, так, 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 вот здесь где-то... Так, стоп, и где у нас этот мост? Что-то я туплю. Где этот мост? Так, надо отключить все. А, блин. Так. А, вот здесь же она у нас, по-моему, да? Ла-Сельва-то. Под мостом ведь. Ну-ка, ну-ка. Есть. Задание выполнено. Да, как я и говорил, под мостом... Так, и что еще? Сколько нам? 3?
Три очка. Ну, вот можем, кстати, сыграть. Давайте сыграть в сезонные чемпионаты на игровых площадках. Нам же не обязательно там даже победить. Паломничество. У нас мини-игры, давайте же. Залетаем на площадку. Какие у нас тачки сейчас будут, мне интересно. Так, 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 я, конечно же, беру... О, давайте субу берем. Да, ну, тут я не преследую цели победить. Я просто буду катать. Мне главное получить заветные баллы и как бы и все. И прадик у нас в кармане. Потому что вот эти все мини-игры... вышибало это все по мне фигня. Я больше люблю гонки. Угу. Так. Еще один суборист. Выживание. А мы кто? Зомбари или кто? Так, а, мы заражены. Так, все. Короче, игровую площадку даже не заморачивались, просто проиграли и все. Даже смысла ее показывать нет. Поэтому просто тупо ее пропускаем, и у нас и так видео слишком длинное получается. Так, забираем у нас достижения. Что у нас тут? Автоталанты на субу, кстати, можно вкачать. Вообще шикарно вкачали. Так, призовая игра. $20,000. И самое главное, то, ради чего наш сегодняшний видос. Забираем Тойоту прадика. Где он? Где же он? Быстрее берем его. Я хочу посмотреть на него. Так, так, так. Перейти к того-то, того-то. Вот же. Так, вот он, прадик. 404 рейтинг. Ух. Ух, какой он медленный. Так. Я на время мини-игр ставил автомат. Но, кстати, я плевался весь. И больше его никогда нафиг не включу. А, еще, блин, АБС я, по-моему, включал. Да. Так, ну чё, как едет? Такой медленный. Офигеть, какой медленный прадик. Блин, жалко, что у него такие здоровые колеса. Давайте посмотрим, что у него есть по тюнингу.
Гараж, модификации и тюнинг. Смотрим. Так, бампера. О, можно кенгурятник поставить. И такой кенгурятник. Неплохо, неплохо, кстати. Задний бампер. О, еще, его можно сделать еще более оффроудным. Брызговики повесить. Так, а по моторам что можем поставить? 6,2 V8, 6,7 дизель. Рядную четверку турбированную. Рядную шестерку 3 литра V10 и 7,2 V8. Офигеть. И можем переделать просто на задний привод. Не, ну по тюнингу нормально. Так, так, назад. Что у нас Forza Vista, да. У него даже, кстати, мы можем открыть капот. Тут у нас легендарный дизель Toyota, 4-цилиндровый. Заднюю крышку багажника можем открыть. О, у нас тут чемоданчик какой-то. Прикольно. В общем, такое вот было прохождение сезона ради вот этой Toyota. Мы сегодня его затеяли. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Увидимся в следующих сериях. Всем пока. We'll be right back.